А что, газом от нее воняет или от туалета? У вас туалет газом ходит? Я сочетаю с Анжелкой. Блин, я бы тоже уволился, Валер. Ой, ой. Уезжает. Так тебя можно поздравить? Ну, нормальный вариант. Это лучше, чем то, про что я думал. Опа! Она только по отпечатку жопы узнает, Андрюха. С места трет. Не знаю, еще на обкатке. Сейчас это самое. Нажми кнопку. Тормоз нажми. Не, ну так Валера, так ты нормальный пацан теперь, это самое, блядь, мы думаем, куда ехать на покатуху, нихуя себе, я пошел мыться и переодеваться, это самое, Андрюха, правильно я понимаю ход мыслей, Валер? Так, а какой год, какой мотор? 1.6? 73? Нет, ну это турбированный. Трехцилиндровый? Нет, это турбированный, это 1.2 турбо, трехцилиндровый. С компрессором, вот это как в Шкоде Рапид? Да. Не, ну красиво, блин. А ну опусти окно, Андрюх. Опусти окно. Капот открывай. Шо, блин? Ты что, не слышишь, говорю, этот? Музыка играет. Этот, капот открой. Посмотреть, что там нет мотора, мне кажется, блин. Блин, зачем ты это сделал? Палево? Палево будет такое, блин. Что-то я не нащупываю мотор. Мотор от шестерочки, да? Не, ну чего, нормальный мотор. Потому что, допустим, эти комары бывают там двухлитровые, турбированные. Двухлитровый комара быстрее, чем там 270 кобыл. 5 лошадей, но все равно быстрее. И управляется лучше, и быстрее. То есть ты меняешь на комара, если что, да? Ну, нет. Блин, Валера, ну ты красавчик. Ну это же аппарат нормальный. Ну, слышь, ну ты красавчик. Сетка. Ну вот так вот сеткой закрыли полностью, такой темный. А, вот это не, просто. Мне так нравится. Мне так нравится? Да, ну оно желтеньким светится, таким прикольным. Нет, он будет видно под сеткой все равно. Блин, ну смотри, такой приехал и молчит, блин. Как я приехал, молчу. Я пришел и говорю, давай, идите, смотрите, бля. Я же видео выкладывал. Я же видео выкладывал. Я не видел, у меня все. Покупал? Ну да, как катал, ну, тест-драйв, искал, да, тест-драйв, да, я не делал. Блин, ну, вдруг есть время смотреть все видео. Ну так что, будешь тереть асфальт? Я не умею еще. Ты не умеешь? Я сейчас покажу. Андрюха тебя научен. Ну так, педаль в пол, чтобы она так как сучка завизжала. И оттуда выехала фура, блядь. Валера, подожди. Я пойду позарю, чтобы фура не ехала. Вот, постой. Это важно. Подожди. Или быстро давай. Вот это шикардос. Интересно, первый раз попробовал или пробовал? Не, ну шикарно, блин. Давай тоже с пробуксовкой. О! Челлендж пошел. Давай, Валер. Еще раз можно? Еще есть протектор там у тебя? Охереть, блин. Вот это... Блин, он забор видит там в очках в комнате? Нет, ну тачка... И уже так едет. Хорошо работает. Конечно, лайк, бомба. Пацаны, лайк, блядь. Это лайк, Валера. Бомба. Бомба? Да.
Огонь, блядь, так красавчик. Это петарда. Огонь. Вот это я понимаю, мужчина, блин, средних лет. В полном расцвете сил. Да. Вообще, я самый бедный кондиционерщик. На чем так поднялся, брат? А кондиционер хоть работает, потому что... Надо проверить. Он должен не работать. Он же зимой брал. Там ремень поменяете и будет работать, да? Так обычно говорят. Или ролик. Да, ну, еще раз. Я Валера, знаю, документы, блин, здоровые взносы, да. И на кращу зарубы. Блин, вот я чувствую, что... воняет резина. Когда еду, почему-то постоянно воняет резина. Это от тебя. А так ты умеешь, блин. Мы-то тут померли. Первый раз. Не, ну серьезно? Я такой сразу пришел и говорит, Андрюха, где резину купили? Не, ну тут резина, тут какая? 21-я? Пожечь ее немножко. 20-й. Что ты? Не, так что она еще нормальная. Так подожди, а Олег вон там звонил, у чувака есть 20-е, которую жечь можно. Ну, слики? 20 на 55. Липучки? Я не знаю, какие. Не, ну это липучки так жечь. Так, ну что, нажимаю. Как раз на диске немного станет.